Более 100 специалистов строительной отрасли требуется правительству Севастополя. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Михаил Демиденко отметил, правительству нужны сотрудники, готовые трудиться на благо города. Он призвал жителей Севастополя участвовать в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров. Специалисты в строительной отрасли требуются в связи с многомиллиардными инвестициями в эту сферу, масштабным строительством объектов инфраструктуры. Губернатор Дмитрий Владимирович Овсянников формирует высокопрофессиональную команду строительного комплекса Севастополя. Нам нужны и требуются инженеры-строители, архитекторы, градостроители, специалисты в области строительного контроля, технического надзора, в области охраны объектов культурного наследия. Нам требуются специалисты, которые работают в производстве, технические специалисты и всех, кто имеет высшее профильное образование, я приглашаю к участию в кадровом конкурсе, который организован сейчас правительством. В Севастополе сейчас активно ведется строительство социальных объектов, школ, детских садов, больниц. Ремонтируются и реконструируются дороги в городе. Кроме того, ведется подготовка проекта парка защитникам Севастополя 1941-1942 годов. Он соединит Херсонес и Приморский бульвар. Если у строительной отрасли России есть сердце, то оно сейчас бьется в Крыму, в Севастополе. Заявку для участия в конкурсе можно подать через официальный сайт правительства города, портал государственных услуг и по электронной почте. Также документы можно подать до 16 мая по адресу Ленина 2, кабинет номер 107, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней. Требования к участникам, условия конкурса и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте правительства. Конкурс на включение в резерв управленческих кадров продлится до июля. Святослав Данилов, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.